Сегодня у нас 13 июня 2017 года. Вот. Это утро у нас, еще до завтрака, до 8 часов. Вот. Ребята трудятся здесь, девчата. Ну как вы, разогрелись? Да. Аппетит-то есть у вас хоть, нет? Нет. Ну, если учесть то, что мы не ели с утра, пожалуй, есть. Понятно. О, уже сколько дров напилили. У нас кучка больше. Одна не таскай ничего. Куда тащишь-то? Да что делаете, Игнать Ильич? Что делаю? Да. Туалетную бумагу и на хозяйственные нужды. Понятно. То есть эта бумага — отходы на типографии. У меня близкие отношения были. Там был директор Грохотов Владимир Георгиевич. Ну, я имел доступ туда. И вот это, что остается на рулонах, я их сматывал отдельно и уносил. Уносил, дома разрезал, переплетал, большие толстые тетради, студентам уносил огромные рюкзаки. Ко мне иногда приходили 4 студента, полные рюкзаки несли, а я капроновая нитка, сам переплетчик, переплетал и раздавал. Это в разных университетах. А отдельная бумага нарезана, относил в больницы, в милицию, в прокуратуру, в детские дома. Жил я Никитинская, 137, квартира 1, город Барнаул. Я до типографии измерил расстояние, это годы, когда развал этот весь был, все это. И сколько я хожу, каждое утро, а бывает иногда и днем еще ходил. И там, куда бумагу выносят, я оттуда все это забирал. Иногда прямо около станков я договаривался, и они, это не может быть, и не всем, никому не разрешалось, больше никого не было. Я посчитал, я прошел 3400 километров, дальше, чем до Москвы. Полные рюкзаки. И домой нес, и дома там уже делал. Говорит, работы нет в городе, найдешь. Работа была сделана. Надежда Васильевна, доброе утро. У вас можно эмалированные кастрюли взять? Эмалированные кастрюли можно у вас взять? Я опять вышел. Ага. Ну все, тогда ладно, я тут снимаю сейчас. Спасибо, Христос. Зайдете. А вы подумали, что...